очень давно мечтали о такой площадке, где человек, зайдя вот в это наше пространство, может задуматься вообще об экологической ситуации сегодня. Того, у нас есть зона спасения комнатных растений. Мы можем их принимать на реабилитацию, помогать им выживать и возвращать их владельцам. Я рассчитываю на то, что вот такие площадки в нашем городе позволят более бережно относиться к нашей природе и начинать с себя в решении экологических каких-то задач и проблем, не кивая и не относя это там, на государство, на город, на область. Каждый может начать с себя. Это реально.